остатки морковки копаю уже. Все. Урожай морковки собран. Все. Такая. Такая хорошая. Надо обрезать и складывать.
Курочкам дала уже хлеб размоченный, уже они поели, и я иду собирать яйца. Хлеб, конечно, я дала уже всем, и цыплятам, и маранам, и арауканам. Всем дала хлеб, и иду собирать теперь яйца. И я слышала, покатилось яйцо. В яйцеприемнике какая-то курочка снеслась. Наверное, вот это. Так, и вот это еще сидит. Ну и квочка сидит. Так, открываем яйцеприемник. И вот все наши яйца за 3 дня. И начинаем собирать. Так. Спрятались от дождика. На улице небольшой дождик. А у нас вот такие чистые яйца. И все это благодаря яйцеприемникам. Гнездам с яйцеприемниками. Спрятались от дождика. Так, в прошлый раз я вам показывала, я давала курочкам капусту, листья капусты, а сегодня очередь красного буряка. Сегодня я хочу курочкам дать буряк. Так. И сейчас соберу яйца и натрем. Ой, не разбила. И натрем буряк на терке. Все. Вот еще 2 яйца. Ну, вот эти 2 курицы сидят. И, возможно, чуть-чуть попозже будет яйцо. От этой курицы не будет яйца, потому что это квочка. Так, и мы смотрим, что у нас в верхних гнездах. Ну, а в верхних гнездах пока ничего. Но это не страшно. Закрываем гнезда. Вот столько яиц у нас за 3 дня. Отнесу яйца. Капает небольшой дождик. Курочки спрятались от дождика в своей песочнице. Вот так.
Вот такая осенняя, настоящая осенняя погода. Так вот пришла очередь красного буряка, и мои курочки едят сегодня буряк. Следующий мой приезд — у них будет вареная картошка. И вот так вот я чередую овощи. Зерносмесь в свободном доступе, овощи и трава. Это все способствует хорошей яйценоскости. Весь буряк я натерла. Бывает даже, когда не успеваю, нет времени, натираю половину, а половину они очень хорошо все склевывают сами. Петушкам несу хлеб. Они тоже хотят лакомств. Идите, я вам вкусное принесла.
Зерносмесь у них есть, смотрите. И в ведре, и вот в такой емкости. А вот здесь вот у меня, я оставляла им в прошлый раз хлеб. Вот, поприбегали, знают, что это я принесла. И никто не боится. Сейчас я вам дам. Размочила. Вот так. Вкусный хлебушек. Все будет вам. Это все для вас. Вот так. Идите кушать, не бойтесь. Вкусно. Вот так. Петушки тоже должны хорошо кушать. В теплице им хорошо, тепло, ветра нет, дождя нет. Насесты у них есть вот такие. Я поставила им насесты. Зерносмесь, вода, ну и в мой приезд вкусняшки в виде хлеба. Вы видели пустую мисочку. Это весь хлеб они съели, пока меня здесь не было. И думаю, что вот эта порция как раз им дня на 3 хватит. Может быть, даже на 2 хватит. В зависимости от аппетита. Вкусно? Наелись? А пятый петушок не подходит, боится. Ладно, пойду я, пусть и пятый кушает петушок. Угу. Ну, подходи, подходи. Ладно, кушайте, я пошла. Еще баклажаны висят, смотрите. И здесь еще баклажанчики есть. У бройлеров убрали одну кормушку, которая стояла под стенкой, для того, чтобы им было побольше места. Но я считаю, что для такого количества бройлеров это отличное помещение. Места им здесь достаточно. Вы знаете, это кажется, что они вот так вот лежат все время, неповоротливые. Но они довольно резвые. Когда мы здесь чистим, они прекрасно, быстренько отсюда все выбегают. И очень даже подвижные. Они прекрасно ходят. Из этого вольера сами выходят и сами заходят. После уборки в этом помещении. Птица живет у меня на даче сама. Поэтому, когда я приезжаю, я чищу, застилаю чистой подстилкой. И этого достаточно. Раукана у меня поселены в отдельном домике. Две курочки и петушок. Вот, видите, одна курочка и петушок. И вот третья курочка сидит. И что бы вы думали? Угадайте, где яйца араукана?
Вы думаете, в гнезде? Нет, в гнездах яиц нету. А яйца у нас, как всегда, вот тут. Вот яйцо араукана. Ну, кто несет яйцо в подстилку? Ну, вот такая красавица. Курочка араукана. Вот эта курочка несется в подстилку.